Компания «Нордстар» запускает из Красноярска дополнительные рейсы в Сочи на майские праздники. Из Красноярска перевозчик полетит 1, 6, 8 и 13 мая. В Красноярск и Сочи можно будет добраться в эти же дни. Отметим, что аэропорт Адлера – один из немногих открытых у западной границы России, и туристы могут использовать его, чтобы добраться на юг. На улице 9 мая этой ночью сгорела легковушка. Рено заполыхало в 3:40. Когда на вызов приехали пожарные, авто уже почти сгорело. В огне никто не пострадал. На месте обнаружены следы горячей жидкости, что указывает на умышленный поджог. В комментариях люди высказывают предположение, что машина принадлежит охранному агентству. 2 мая мусульмане празднуют окончание поста месяца Рамадан. По этому случаю в соборной мечети пройдет праздничное мероприятие Ораза-Байрам. Ожидается, что на совместную молитву соберется порядка 25 тысяч человек. Жителям микрорайона стоит это учесть. Праздник традиционно проходит утром в мечети на улице Металлургов. С 1 мая дачные маршруты выходят по новому расписанию. Автобусов будет больше, и ездить они станут чаще. На маршруты номер 18, 40, 40А и 40С добавятся еще по два рейса в субботу и воскресенье. На маршруте номер 18С 4 дополнительных рейса в будние и выходные дни. В таком режиме транспорт проработает вплоть до 30 сентября. В Госдуму внесен законопроект, который позволит школьникам пересдать единый госэкзамен, если результат их не устроил. Из пояснительной записки к проекту следует, что новая норма и возможность отмотать назад поможет снять лишний стресс у учеников. Однако пока идею не очень поддерживают в Рособорнадзоре, потому что реализовать задумку сложно. Спрос, очевидно, будет велик, а это второй ЕГЭ для организаторов.